Друзья, всем привет! У нас вот очередной дом. Я уже или показывал, или скоро покажу. Такой же дом, но с ремонтом. Это дом с предчистовой. Заходим. Сейчас я вам расскажу. Это у нас прихожая. Тут можно сделать нишу под шкаф, либо просто закрыть ее. Ну, в общем, это на ваше вообще усмотрение. Кто у кого фантазия. Тут у нас первая комната. Панорамные окна. Окно полностью открывается, разложено есть электричество полностью, под телевизор, под кондиционеры, теплые полы практически везде. Тут у нас вторая комната, это тоже с панорамными окнами, вот так она выглядит, тут радиатор уже установлен. Вот, заходим сюда, это у нас санузел. Тут можно ванну поставить, душевую, раковину, санузел, в общем, кому как нравится. Вот, она также с окном. Вот в этой части дома у нас расположена котельная. Тут вот выводы по коммуникациям все. Видите, это вот разводка теплого пола. Тут будете регулировать как нравится. Наверху у нас чердак. Можно будет сделать лестницу и выходить туда. Рядом. Так, заходим дальше. Это у нас большая кухня, гостиная. Тут у нас зона для кухни. Вот. Тут у нас двор. Двор 5 соток. Общая площадь дома 96 квадратных метров. И сам дом, получается, стоит 8 миллионов в таком вот состоянии. И давайте посмотрим третью комнату. Тут мы сделаем нишу для гардеробной, если кому-то надо, если нет, то это просто самая большая комната. Вот. И, как я говорил, окна открываются, можно выходить спокойно на улицу. Дом расположен в 15 минутах от центра Краснодара. Кому интересно, звоните, пишите, с радостью покажем, расскажем все более подробно.